Когда я первый раз в прошлом году сюда приехал, то моя жена об этом не знала, но она утром позвонила и мне и спросила, что с тобой случилось, что происходит. Она почувствовала что-то необыкновенное. Но мне как-то очень отрадно приезжать сюда уже совершенно свободно и увидеть, что это одно из многих мест на земном шаре, а не вот какое-то огороженное колючее. Остров Несвобода. Серьезной статистики нет. Мы можем только ручаться за то, что не менее 200 судов, не менее, скорее всего, более 200 политически мотивированных процессов прошло за последние годы в Российской Федерации. Свобода слова – это воображаемая линия горизонта, который в той или иной степени движется все человечество. Ну, некоторые двигаются вперед, некоторые двигаются назад. Мы скорее движемся вперед. Значит, но с такой степенью медленности, что свобода слова, как современное понятие, от нас отодвигается дальше и дальше.